Привет, мои хорошие. Хочу немножко так поболтать с вами про пенсионеров. Я вот тоже сейчас на пенсии. И вот думаю, все-таки какая красота, да? Были помоложе еще, когда работали. И сил не хватает, детей воспитываем, бежим, куда-то торопимся. Куда-то все надо было, все бегом успевать везде. Вот. Пока детей там в садике, в школу, бегом на вахту, вот работала по вахтам, на работу торопишься, чтобы не опоздать на автобус, который специально возит, иначе потом нам там не добраться. Но пришло время, когда ушли мы на пенсию. И вот только, знаете, первое время как бы на самом деле как-то страшно было. Всегда переживала я так. Думаю, как, чего, уже такая мне казалось, что если я пойду на пенсию, такая буду старая и все. И только сейчас я вот, знаете, начала понимать то, что жизнь-то началась у меня только когда я ушла на пенсию. Я стала жить, конечно, свободно, никуда торопиться не надо, бежать не надо. Живи, сейчас вот просто говорю, и наслаждайся жизнью. Делай, что хочешь. На самом деле, вот это такая прелесть, такая красота. Может быть, тоже кто-то боится вот так перед пенсией, да? О, кажется, старая. Нет, мне кажется, я наоборот помолодела. А то бегала, торопилась куда-то все, не знаю, чтобы везде все успевать. А сейчас вот просто живу и думаю, боже мой, какая же прелесть кругом. Я свободная, независимая, ни от кого, ни от чего. Живу как хочу, делаю, что хочу. Захотела куда-то поехать, я поехала, свободно. Меня никто не держит, ни работа. Абсолютно. Я поняла вкус жизни только сейчас. Мне кажется, вот на самом деле даже иногда я не ощущаю, что я на пенсии, что я пенсионерка. Я не чувствую по себе, по своему, кажется, статусу. Я этого не ощущаю. Мне кажется, наоборот, я такая молодая, мне даже я за годами за своими не слежу, не смотрю, сколько мне лет, не считаю. А когда работала, ой, Господи, считаешь эти года, да думаешь, когда же эта пенсия сначала, когда она приближалась, у меня наступал страх. Думаю, блин, я что уже, старуха? Вот так. Ну, в общем-то, вот такие вот дела. Так что, если кто-то еще не на пенсии, так что не бойтесь, вся жизнь начинается только, когда вы уходите на пенсию. Спокойная, размеренная и счастливая. Просто вот такой мне что-то разговор нашел. На меня, мне мысли такие пришли. Они давно приходили мне в голову, но как бы вот что на самом деле я ощущать только вот сейчас все это стало, вот эти все наслаждения. Ну, если у кого-то здоровье позволяет и хочет работать, конечно, можно и работать. Почему бы уйти на пенсию и не работать, если кому-то не хватает или кто-то как бы, ну, хочет работать, кто-то находит себя в работе. Конечно, можно и так. Первое время я как-то еще работала, а сейчас я уже не то что не хочу. Не знаю, не хочу просто, наверное, связывать себя какими-то этими. Да и уже хватит. Я свое отработала, хватит. Бегать вот здесь вот не успеваешь, туда переживать за каждую работу, да вдруг где-то запоздаешь. Это, мне кажется, стыдно и позор. Я этого переносить не могу. Сейчас мне, когда надо, я проснулась. Когда захотела, встала. Хоть в 5 утра, хоть в 6, хоть в 9 встану. Никто мне слова ничего не скажет. Нет у меня никаких таких обязанностей там или... Короче, весело живется. Вот так вот. Так что не бойтесь. Жизнь начнется у вас только,
по-настоящему только тогда, когда на пенсии. Честно вам говорю. Можно ходить, можно гулять, дышать воздухом, заниматься спортом, слушать пение птиц. Это же красота, это же прелесть, это же одушевление такое. Я не знаю. Я всегда, каждый день благодарю Господа за то, что вот это все у нас есть, природа вот эта вот, красота вот эта. Ну что это, чем не жизнь, да? Любоваться и жить только для себя сейчас, а не так, как раньше мы для государства жили, работали. Конечно, и для себя вроде бы, но и в то же время бежишь перед кем-то, какой-то ответ держишь, какие-то, ну, не знаю, я как вспоминаю, да? Первое время, говорю, да, скучала, сейчас нет. Сейчас просто смысл жизни совсем другой поняла я. Надо жить и радоваться каждому дню. Вот так. Всем спасибо, кто посмотрел, кто послушал. И до новых встреч на моем канале.